вчера Месси получил приз лучшего игрока. Если бы согласен, нет с этим. Да, за другого бы. Не, я бы за Холм, но Месси сейчас не играет. Ты за Холм, я бы за Холм, да и забил, и все, выиграл. Я бы за него проголосовал. Если у меня такой же вопрос, я за Де Брюйне. За Де Брюйне, да? Даже по итогу, ну что он такого сделал в этом сезоне? То есть? Я увидел крайний его матч после того, как он вышел на замену. Гол плюс пас. Мне этого хватило на весь год. Весь год не видите, а после этого понял, что он гений. Тяжелый вопрос. Не, на самом деле Месси почему нет? Хороший игрок. Ну это о чем мы говорим? Это Месси. Естественно, он достоин всегда. Но и были игроки те, которые тоже были достойны этой награды. Холланд выиграл Лигу Чемпионов, в принципе, хорошо выглядел всю Лигу Чемпионов и весь чемпионат, поэтому, скорее всего, я бы Холланда, наверное, выбрал. Я бы Мбаппе. А ты? Я бы Холланда. При всей моей любви к Месси, но я бы выбрал Холланда. Холланд, Мбаппе. Я Мбаппе. Какой смысл об этом говорить, если уже Месси? Холланда или Мбаппе. Да? Что ты считаешь? Именно Холланда, скорее. Холланда. Мбаппе, да? Месси получил лучшего игрока, вручили. Ты согласен? Нет, ты сказал сам. Согласен. Должен был по госу получить. Согласен. Месси. There is no doubt. The best of all time. Best of all time. Нет, толстый. Оно, то есть ты прям за него был бы, да? Ни Холланд, ни Мбаппе. Ну, чемпионат мира все решил. В следующем году уже, думаю, шанс молодец. За гранью моего понимания, и я тогда же у нас чат всех ребят, которые там так увлекаются футболом, все вообще в шоке. На самом деле, ну, какие заслуги. По инерции как бы, да? Дали за чемпионат мира, окей. Дальше это что, беспредел? Зачем Холланд там назабивал, выиграл Лигу чемпионов? То есть какой-то теряет приз, вообще все призы теряют уже свою значимость. За кого бы это стало? Слушай, мне нравится больше Мбаппе, но надо признавать, Холланд забивал в самой тяжелой лиге, это Англия, выиграла Лигу чемпионов с ней, поэтому Эрли Холланд или Кевин Де Брюйне. Ты Месси, Мбаппе или Холланд, кому бы ты отдал? Понятно, что уже Месси получил, но твое мнение. Зюба. Точно? 100%. Так и запишем.